声响，敲门起烟响，这一味当归入药汤，相思泪絮的心头上。捏儿了手舞在纸上，摇铃时荒凉，半夏新月照千里光，与君一别两苍茫。一郎此去不归期，情等来生再续，如真去往不留息。等心燃尽不火体，一晚回香独火欢，心藏清君一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再奏一曲，今夕何夕，两手难回天注定。大雨淅淅沥沥，沾湿回忆，恨别离，无药可愈。一人有情而天无应，白云都散去，生命越叹息。В этой жизни и в этом мире ты никому ничего не должен. И я понимаю, ты был добр ко мне. Прости меня за то, что я сама приняла решение. Это самый лучший выход для нас обоих. Муж мой, не тревожься, я не дам тебе умереть. Я знаю, ты хотел бы, чтобы я жила, но ты единственная, о ком я хочу заботиться. Если... ты умрешь, мне некого будет любить. И тогда я всю жизнь буду тосковать по тебе. Дорогой мой, ты не можешь быть так жесток. Сейчас я пойду к Цишао. Не знаю, поможет ли он собрать кровь из моего сердца. Если он этого не сделает, я сделаю это сама. Неважно как, я спасу тебя. Дождись меня. Что ты делаешь? Разве ты не отправилась за лекарем Гу? Он не захотел помочь тебе? Поэтому ты пришла ко мне? Брат Гу умер. Цишао, я пообещаю тебе что угодно, если ты поможешь мне спасти его. Какой прок в обещаниях, если ты умрешь? Что ты делаешь? Опусти нож. Послушай, Гу Цишао. Если умрет он, я умру вместе с ним. Ты сошла с ума. Это лекарство, что я приготовила. Оставшуюся часть должен приготовить ты. После того, как я умру, собери кровь из моего сердца и спаси его. Нет, пожалуйста. Нет. Нет. Ядовитая девчонка, ядовитая девчонка. Дурочка, почему ты сделала это?
Почему ты так поступаешь со мной? Я так люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Но ради своего возлюбленного ты умираешь на моих глазах. Я задолжал тебе в прошлой жизни. Почему ты так жестоко со мной? Цишао, я правда счастлива, что встретила тебя в этой жизни. Только в этой жизни? В этой жизни ты сначала повстречала Лунфае, поэтому ты влюбилась в него. Значит, я проиграл не ему, а нашей судьбе. Поэтому в следующей жизни ты должна первым встретить меня. И полюбить, хорошо? Цишао, однажды я загадала желание, что в следующей жизни буду твоей служанкой, чтобы за твою доброту отплатить своей жизнью. Хорошо. Хорошо. Романтичный молодой хозяин и его красавица-служанка. В следующей жизни ты будешь моей. Цишао, после того, как трава Цзюйчжун будет высушена, она сможет убить ядовитых людей. Прошу, помоги его высочеству. Я дарю этот браслет тебе на память. Цишао, спасибо тебе. Какой смысл дарить мне браслет? Зачем дарить мне браслет? Ваше высочество, если мы сможем встретиться в следующей жизни, я все равно хочу выйти замуж за вас. Ядовитая девчонка. Нет. 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 Миша! Хватит, не плачь. Старший брат. Почему я во дворце? Где Ханюньси? Гуцишао. Где Ханюньси? Она умерла. Она умерла, чтобы спасти тебя. Разве ты не обещал не помогать ей? Думаешь, у меня был другой выход? Я не хотел тебя спасать.
Как я мог позволить ей умереть? Она приняла траву семи ядов и пронзила ножом свое сердце. Если бы я не спас тебя, тогда ее смерть была бы напрасной. Расскажи мне, где ее тело? Позволь увидеть ее в последний раз. Когда она умирала, сказала, что не хочет, чтобы ты видел ее тело. Теперь она мертва. Пожалуйста, уважай ее последнюю волю. Ханинси, зачем? Почему ты так поступила со мной? Ты же знала, что я скорее умру, чем буду жить такой ценой. Лунфэйе, возьми себя в руки. Юнси умерла не только ради тебя, но и ради граждан Тинин. Я надеюсь, ты не подведешь ее, ваше высочество. Ваше высочество, армия ядовитых людей уже у городских ворот. Ты хочешь сделать жертву Ханинси напрасной? Ваше высочество, войска Тинхуэ стоят перед столицей. Они готовятся к атаке. Я приказал, чтобы прорыли два секретных тоннеля с обеих сторон восточных и западных ворот. Когда войска Тинхуэ атакуют, мы сделаем вид, что терпим поражение, и заманим их в столицу. После мы одновременно атакуем их с двух сторон, плюс дворцовые стражи. Они будут атакованы с трех сторон. После этого у Тинхуэя останется только один выход. Генерал Бали, слушайте приказ. Вы и сановник Сунь должны послать солдат в тоннели с обеих сторон и ждать моего приказа. Слушаюсь. Ваше высочество, ядовитые люди так сильны, они злобны и жестоки. Если они прорвут наши ряды, войска будут повержены в хаос. В этом случае армия генерала Му атакует их с тыла. Мы должны победить, чего бы это нам ни стоило. Кто вы? Тот, кто тоже хочет уничтожить Тинхуэя. У меня есть то, что поможет вам победить армию ядовитых людей. Ваше высочество, трава Цзюйчжун. Если ее поджечь, яд, который она выделяет, поможет убить ядовитых людей. Спасибо. Не благодари. Я делаю это ради ядовитой девчонки. Генерал войск с южных границ. Когда начнется битва, вы должны повести своих людей навстречу генералу Му и закрыть пути отступления. Принимаю приказ. Я в деле. Я разберусь с ними с тыла, а вам останутся вражеские войска у ворот. Победит! Цинси победит! Цинси победит! Цинси победит! Цинси победит! Цинси победит! Цинси победит! Ваше Величество, это Лунфэйе. Лунфэйе. Он все еще жив? Но он скоро умрет. Воины, приготовились к атаке. Слушаюсь. Ли Цуань, я слушаю. Лунфэйе всегда был очень талантливым. Боюсь, он приготовил ловушку. Подведите тыловые войска ближе. Мы сможем противостоять, если первую линию окружат, и сокрушим его одним ударом. Приказ принял.
подготовиться к прорыву. Времени мало. Выдвигаемся. Как такое может быть? Кто нашел способ устранить ядовитых людей? Кто это? Это воздаяние за пособничество в преступлении к тирану. Ваше Величество, враги атаковали внезапно. Мы этого не ожидали. Мы несем серьезные потери. Мы окружены. Нечего паниковать. Подкрепление на подходе. Ваше Величество, наше подкрепление уничтожено. Евнух Ли убит. Что? Как так получилось? Почему? Ваше Величество, ситуация критическая. Отступаем. Ваше Величество, отступаем.
Ядовитая девчонка. Тинхуэй, сегодня мы должны все решить. Хотя я потерял много солдат, тебе не справиться с моими ядовитыми людьми. Убить его, убить Лун Фэйя. Это Захан Юнси. Похоже, она мертва. Она умерла ради тебя. Тинхуэй, просто сдайся. Лун Фэйя, ты думаешь, ты победил? Нет. Когда ты взойдешь на престол, ты узнаешь. Ты узнаешь, что такое одиночество. Твоя любимая умерла ради тебя. Ты будешь винить себя за это всю свою жизнь. Чтобы укрепить свою власть, ты отдалишься от своей семьи и друзей. Подозрения будут отравлять всю твою жизнь. Остерегайся лести придворных, их вероломства и интриг. Возможно, тот, кто присмыкался перед тобой сейчас, скоро подаст тебе чашу с отравленным вином. Все, что я сделал, было для самозащиты, чтобы защитить государство. Мы с тобой разные. Сдавайся. У тебя нет другого выхода. Нет. Тебе меня не победить. Никто на это не способен. Если только это не Божья воля. Но даже ему не победить меня. Этот мир принадлежит мне. Важно то, что было важно для тебя. Ваше Высочество. Ваше Высочество, я опоздал. Вы в порядке? Похороните его, как положено. Идем со мной. Его Величество простил меня? Скорее. Сестра. Тяньи.
Сестра, ты же не стала ядовитым человеком. Нет. После того, как я попал к Тинхуэю, он обезвредил яд, что мне дали в Северной Ли. Но я не знаю, почему он сказал мне притвориться ядовитым человеком, а еще весь день оставаться в дворце Синфон. Он также приказал привести меня к тебе. Сказал, что мы с тобой снова будем вместе. Его Величество. Сестра, он сказал мне передать тебе это письмо. Сэр. Если ты читаешь это письмо, это значит, что я уже мертв. Ты та женщина, что я ненавидел и любил больше всего в этой жизни. Я не мог любить тебя, но и убивать не хотел. Я послал ядовитых людей в Западную Цу и выгнал людей с Северной Ли оттуда. После того, как ты с братом вернешься домой, живи хорошо. Прошу тебя, присмотри за Чанпин. Я тебя покидаю. Возможно, это самый лучший конец для нас обоих. Ваше Величество, это моя вина. Простите меня. Брат, сдержи свое горе. Стране нужен правитель. Хотя Тинина была объединена, мы должны еще присоединить к ней треть территории Цинси. У тебя много дел. Я хочу на год остаться здесь, в Юнси. Танли, я никогда не хотел быть правителем. Я заставлял тебя заниматься государственными делами, чтобы потом ты стал во главе государства. Брат, ни слова больше. Я все решил. Ты должен быть трудолюбивым и человечным. Будь хорошим правителем. Брат. Thank you.
Я, правитель государства, торжественно провозглашаю, династия Цинси многие годы правила страной. Но мятежники захватили трон и основали Тянин. Правитель Цин пришел в ярость и, убив бунтовщика, вернул трон. Мои придворные союзники считают, что я должен стать правителем. Боясь быть недостойным занять трон, я вопросил граждан. И все, даже жители отдаленных уголков страны, сказали, что я должен стать государем. Династия Цинси должна быть восстановлена, а страна должна быть под справедливым управлением. Все государство уповает на Танли, который чтит волю народа и не хочет, чтобы Цинси снова пришла к погибели. Поэтому был выбран день, чтобы при свидетельстве всех придворных чинов принять титул правителя, провести все церемонии чествования и обратиться к богам. Ядовитая девчонка. В долине призрачных растений тебе больше всего нравился огород с травами. Для тебя я посадил новый. Там есть две капли твоей крови. Как будто ты присутствуешь там и составляешь мне компанию. Тебе это бы понравилось? Я очень жалею, что не смог помочь тебе. Все эти дни ты снишься мне. Мне снится о том, как ты умираешь. Хотя ты мертва. Такое чувство, что ты со мной. Не волнуйся, что я обещал тебе. Я все сделал. Что касается твоего любимого, я спас его. Он ради тебя защитил жителей страны. Ядовитая девчонка, я помог исполнить твои желания. Ты счастлива? В следующей жизни ты должна выполнить свое обещание. Быть со мной. Жаль, что я потерял твой браслет. Но не волнуйся. Я обязательно найду его. Министры, у вас есть о чем доложить? Ваше Величество, в Нинбэ ужасная засуха. Крестьяне там не собирали никакого урожая. Хотя местные власти раздают зерно, его все равно недостаточно.
Ваше Величество, прикажите принять меры, чтобы облегчить жизнь простого народа. Выделите деньги из казны на эти цели. Необходимо закупить зерно в Зинань и как можно скорее послать его в Нинбэй. Если будут случаи хищения со стороны чиновников, они должны быть сурово наказаны. Да, Ваше Величество. Мои министры, есть ли для рассмотрения еще какие-нибудь дела? Ваше Величество, у меня есть о чем доложить. Снова вы. Ваше Величество, сейчас у вас в гареме есть лишь государыня. Вы с ней женаты уже целый год, но у вас так и нет наследника. Поэтому просим вас расширить гарем, чтобы появились наследники Цинси ради процветания династии. Я на троне недавно. Страна нестабильна. В Нинбэй засуха. Народ страдает. Я очень обеспокоен. Вы не помогаете мне решить все эти проблемы, не подсказываете, как их преодолеть, но просите меня расширить гарем? Ваше Величество, появление наследника – задача первостепенной важности. Вы не можете относиться к этому безответственно. Я знаю, что мне делать. Хватит уже об этом. Если больше ничего нет, все свободны. Ваше Величество, все свободны. Прощаемся с Вашим Величеством. Почему я до сих пор не беременна? Ваше Величество. Оставьте нас. Да. Да. Дорогая, скорее присядь, я помассирую тебе плечи. Ты провинился передо мной? Нет, нет. Слышала, твои придворные просили тебя расширить гарем под предлогом, что у тебя нет ребенка. Пусть говорят, что хотят, не обращай внимания. Я самый верный супруг на свете. В сравнении с тобой, все остальные женщины просто ничто. Это ты сейчас так говоришь, но как я могу быть уверена в будущем? Динар, ты должна доверять мне. Я доверяю тебе. Но так много придворных всячески стараются убедить тебя расширить гарем. Я не верю, что ты будешь отказывать им дальше. Нет, правда нет. Если однажды у меня будет хотя бы тень мысли о предательстве, я... Не иметь мне в будущем наследников. Ты обвиняешь меня в том, что я не родила тебе ребенка? Больно, больно, больно. Низин, я не это имел в виду. Все это – вина моего брата. Все из-за него. Это он велел мне стать правителем. А они суют свой нос даже в мой брак. И в то, есть ли у меня наследники. Но говоря об этом, интересно, чувствует ли брат себя лучше? Старший брат? Старший брат в океане?